сверхвандал! Ты что делаешь? Принялись за постройку рекордного велосипеда для рекордов скорости. Ребята, всем привет! Продолжаем изобретать велосипед, но что-то пока как-то не очень у нас это дело получается. Было принято интересное решение поставить вот сюда адски мощный тот самый электродвигатель на 15 киловатт. Как вы можете заметить, он уже здесь установлен и уже весь этот цепной привод работает. Но работает не в нашу пользу, все равно движок не хочет выходить на максимальную мощность. А нам этого очень бы хотелось бы. Долго мы уже здесь мучаемся, попереставили целую кучу регуляторов оборотов. Вот так это дело сейчас выглядит, в таком состоянии мы и стартуем. Вообще есть желание развить 100 км в час на этом аппарате. Ну а как он работает на данный момент, вы сейчас увидите. Итак, подключаем баты. Ночь на дворе, а мы все не успокаиваемся. Сейчас буду запитывать на самый мощный регулятор, тот, который 500 ампер. Так, и вот так. Так, что-то пошло не так, по-моему, да? Судя по всему. Рука черная какая. Пальцы на месте, не отгорели? Не, пальцы в этот раз не отгорели. Жесть. Друзья, с электричеством шутки плохи, вы так не балуйтесь. Так, а что не так-то? Пальцы уже давно далеко держу, потому что иногда бывает такое. Все. Так, включаем систему. Все. Можно пробовать? Вот так, да. Моща, конечно, есть. Основная проблема здесь в следующем. Как в фильмах ужасов звук. Идет какой-то срыв синхронизации, и мы до сих пор не можем победить эту проблему. Но моща есть. И это происходит со всеми тремя регуляторами. Есть предположение, что дело либо в срыве синхронизации, потому что движок очень много на себя берет, тока просаживается батарея, либо есть какая-то неравномерность, либо все-таки с мотором что-то не то. Мы не хотим останавливаться на достигнутом и хотим побороть эту проблему. Во-первых, хочется перезапитать все на очень мощные провода. Ну вот примерно на такие, какие выходят с регулятора, а не на наши. Вот видите дальше, что идет. Выбрать самый лучший регулятор, который лучше всего справляется. На удивление, вот этот регуль, который изначально вообще плохо работал, сейчас работает лучше всего. Я его перепрошивал вообще там по китайским иероглифам, китайской программой. Но вроде бы что-то получилось, хотя еще до конца не уверен. Поставим сюда целую кучу мощных конденсаторов. Они уже спаяны стопками и лежат на столе. Получится 20 000 микрофарад, 100 вольт. И будем пробовать еще. После долгих мучений удалось более-менее здесь все настроить. Поставили прошивку новую. Лучше всего подошла прошивка под лодочный мотор. Не знаю, с чем этим связано, но ни автомобильная прошивка не подошла, ни под авиационный мотор, и даже под вертолетный не подошла. Только под лодочный. Хотим провести кое-какие испытания. Как оно теперь работает? Вроде бы стартует нормально.
Чисто как моцик получилось. Вообще жесть. Просто чума. Вот она зацепилась и пошла. Главное вот тут в стену не влупить. Все будет нормально. А ну-ка, как там мотоциклисты делают? Ну, как-то так. Моща есть, короче. Выехали на трассу, ребята. Хотим сделать государственное испытание вот этого вот нашего велосипеда. Поставил 100-вольтовую батарею для максимальной мощности. И сразу, вот буквально сразу хотим сделать заезд вот с этим автомобилем. Водитель, кстати, готов уже. Многие ли из вас видели, чтобы на Ашан байке кто-то гонялся с авто? Причем авто довольно-таки дерзко разгоняется, надо было выбрать что-то попроще. Итак, погнали! Сейчас поравняемся и... Ох! Я вроде бы мы наравне, или я даже отрывался до 60, да, или нет? Ну вот сначала ты попёр, я тебя очень быстро обогнал. А вот когда там километров 60, мы прям, вот когда я тапку в то... Ну ты в пол прям дал тапку? Пол дал тапку, и мы прям секунды 3 прям наравне разгоняли. Жесть. Вот километров 60 прям жестко. Вот это дичь, блин. А вообще, я там видел 94 километра в час. Да, у меня тоже 94 было. Да? Да. Ну что, ребята, теперь вы верите, что у этого двигателя есть 15 киловатт мощности? Сейчас для подтверждения попробуем таки сделать эту сотку. Сейчас будем на Ашан байке делать соточку. Так, поехали потихоньку. То, что я видел, а то может и больше километров в час. Сколько? 103 точно. У меня 102 было, я видел вот здесь вот. И причем продолжительное количество, да? Времени. Дымная резина. Дымная. Слушай, ну я хотел машину там догнать, газельку какую-то, но так и не смог. Сейчас. По трассе, блин! По трассе! Теперь уж точно с уверенностью можно сказать, что есть рекорд на канале. И рекорд ого-го, ничего себе! Сотку мы сделали на Ашан байке, получается. Ни Бэха не смогла, ни все остальные велосипеды с реактивной и с винтовой тягой. Но с мотором у нас получилось.
это сделать. Я рассчитывал на больше. Недолго длилось. Есть пробитие. Так выглядит теперь резина. Все, конечно, в резине теперь. Вот так выглядит человек, который сжег резину. Весь в резине. Друзья, ну у меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите Лойсом. Если вдруг по каким-то очень странным обстоятельствам вам не приходят подтверждения о новых видео, бейте в колокол. Всем пока, до новых встреч!